Международный день защиты детей в Люберцах отметили с размахом. Главной площадкой проведения праздника стал Центральный парк, в котором собрались почти 3000 детей. С каким настроением ребята встречают лето и как планируют его провести, узнала наша съемочная группа. В первый день лета в Люберецком центральном парке организовали большую праздничную программу. Выступления танцевальных и вокальных коллективов, анимационное шоу, аквагрим и конкурсы. Воспитанники Люберецкой художественной школы работали на пленэре. Нам очень нравится, хорошая атмосфера, очень комфортно. Люберцы, я в них влюбился. И теперь это стало моей родиной, потому что у меня здесь родился сын. Вообще, праздник, все дети... Вообще здорово. Учебный год окончен. Наступили долгожданные каникулы. Планов на лето много. Я поеду к дедушке. Потом мы с дедушкой на Урале в турбазу поедем, там купаться, будем рыбачить, шашлыки жарить. Уехать бабушке в деревню. Гулять допоздна. Мы в конце июня поедем в остров мечты. К бабушке, к подруге на день рождения. Праздничная атмосфера в парке царила весь день. Мастер-классы по аппликации цветной бумаги, конкурс рисунков на асфальте, веселые спортивные эстафеты. Всех гостей праздника ожидал сладкий сюрприз – 3000 порций мороженого. Пока на главной площадке веселились малыши, ребята постарше и их родители принимали участие в голосовании за благоустройство парков округа. Волонтеры работают в Центральном парке Люберец, парке сказок и парке имени Лапса в Томилине и в парке Малаховское озеро. Голосование продлится до 4 июня. Какими станут рекреационные зоны отдыха, решат жители. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.